сотового можно рассмотреть с точки зрения такого аутсайдинга, да? Ну, аутсайдер-арт. Но прикол в том, что он волей судьбы, ну и вообще визуально вписывается в контемпори. И вот здесь это и происходит. Мы пытаемся вот этот аутсайдер-арт, стрит-арт такой, да, совместить с современным прочтением и контемпори артом. Вот. И еще такой момент, Сотов уже давно, значит, что-то стало известно достаточно недавно, стал выходить в люди, то есть там печатать, там рисовать свои афиши и клеить непосредственно в людных местах. Да? Ему было интересно вот это взаимодействие с людьми, непосредственная реакция на его картины. Творчество Сотова, на мой взгляд, очень убедительный, потому что главная черта художника – это создавать свой мир и убедительно его подавать, то есть совмещать сюжеты с формой. У Сотова это как бы на высшем уровне сделано. И то есть вы можете там идеологически с ним соглашаться, не соглашаться, да, но игнорировать это нельзя, и он вас как художник убеждает, зрителя убеждает вот своей подачей в том, что его мир очень структурен, очень, может быть, там отчасти иррационален, но тем не менее в конечном итоге он складывается в такой достаточно жесткий пазл. Знаете, иногда зачастую художнику может быть не важно вообще, не столько аудитория, а вообще будет он понятен конечному потребителю. То есть художнику главное выразиться, да, то есть быть убедительным для самого себя. Что касается вот хипстера, вот этого всего глэма, да, такого вот здесь вот, да, Сотов все-таки пытается, во-первых, это сейчас становится трендом, как бы, да, любой там такой радикальный, такой как бы субкультурный жест, он становится мейнстримом, да, вот, это во-первых. Во-вторых, Сотов такие вещи, как бы, ну, как бы, обращает внимание на такие вещи, да, типа там, вот, засилие машин, например, да, вот он яростный противник машин, автомобилизации вообще, на самом деле это вполне себе такая, ну, такая футуристическая идея, да, я вполне она в тренде хипстеров, да, потому что вот это эко, да, вот эти все движи, как бы, это вполне вписывается, да. За здоровый образ жизни, опять это же стратегия, да, как бы это вполне такое актуальное, молодежное, даже такая движуха, да.